Крым до военного и послевоенного периода. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Федеральная служба госстатистики по Республике Крым выпустила уникальный сборник. В нем содержатся данные и показатели, рассказывающие о социально-экономической жизни полуострова с 1939 по 2014 годы. В том числе впервые опубликована полная информация о том, какой урон был нанесен Крыму войной и как полуостров возрождался из разрухи. Беспристрастная сухая статистика. Могу говорить даже сейчас это без слез. 1939 год. Численность населения в Крыму 1 126 400 человека. 1945 год 610 000 человек. Вы представляете, какой урон, какой человеческий ресурс потерял полуостров за годы войны. Кроме сухой статистики, сборник иллюстрирован фотографиями. На них кадры довоенной и мирной жизни, период восстановления после войны и современный полуостров. В Крымстате уверены, издание заинтересует не только специалистов, но и всех, кто изучает историю родного края. Мы постарались их сделать эксклюзивными, но они будут доступны обязательно для всех. То есть это не предмет продажи. Вот я еще раз повторяюсь. Во-первых, это издание будет у нас в информационном центре или библиотеке, как я говорю. Можно всегда с ним ознакомиться. Вот. Во-вторых, я еще раз говорю, мы обязательно его проанонсируем. И основные, так сказать, динамические ряды довоенного и послевоенного времени мы выложим у нас на нашем сайте.